нужно в гостях у Лисы Егора. Да, еще сегодня мы будем... Сегодня мы будем делать торт в честь наших подписчиков. Да, сегодня у нас ровно 1500 подписчиков наших дорогих. Это вы, друзья, которые смотрите наш канал, да, в гостях у Алисы Егора, да, оставляете комментарии, делаете лайки, смотрите наше видео. Поэтому мы вас любим. И в честь вас мы решили приготовить торт, украсить, да? И напишем цифру 1500, да? Егор напишет, а Алиса будет украшать. Ну давай, Егор. Торт у нас готов, мы его просто украсим. Я еще кушаю макароны, и мама мне дала сосательные конфеты. Да. Алиса у нас сегодня покушала и получила конфетку сосательную. Да, только три. Да. Да, как я люблю для девочек. Так, Егор, какую ты цифру пишешь? Один. Да, один пишем. Так. Это какая-то кривая буква. Ну и что? Так, 1000. Один. Егор написал цифру 1. Нет, это 1000. Ну, 1000, да. Да, похоже на 1000. Ну да, дальше, загибай, продолжай. Пену веди там дальше чуть-чуть еще. О, это не хова, это сбитые сливки, мама сбитые говорила. Сбитые сливки? Как мама говорила. Да? Да. Так. Теперь я буду украшать его по краю. Это надо кусочки. Ну, цифру чуть-чуть ниже. Ниже проводи, ниже цифры. Алиса сейчас будет ММДенсом украшать, да? Да, только по краям. По краям, правильно. Так, как мама говорила. Ну, пойдет, Егор, много сильно не надо, вот по краям. Идем. Все. Замкнули. Все, давай. Теперь ММДенсики. Егор, покажи, наклони чуть-чуть вот сюда. А потом покажем, как Алиса будет украшать, да? Приподними чуть-чуть, чтобы было видно. Вот, 1500. У Егора, ну, как получилось, да? Упала. Вот так вот получилось. У Егора 1500 цифра, да? А сейчас они, Егор с Алисой, будут украшать... ММДенсами. Да. По краям. Самые вкусные. Самые вкусные. Это в честь наших любимых подписчиков, да? Ой, это папа ММДенс. Это папа ММДенс. Да, папочка. Так. Я последнюю. Так. Я и последнюю. Алиса! Ну, куда-нибудь сдвинь. Ну, все? Украсили? Да. Или в серединку, где нули, тоже поставить? Да. Мы забыли. Что? Давай спустим. Белый там есть? О, папа! А, ну пускай покажется. Вот так. Папа! Все. Вот такой красивый получился у нас торт, да? Да. Сейчас покажем. Сейчас покажем, вот какой получился у нас красивый торт, да? Да, самый вкусный. Самый вкусный торт. В честь наших дорогих подписчиков, да? 1500. 1500 подписчиков нас сегодня, да? У меня еще игрушка купается, котик Катя. И мы надеемся, что к нам будут заходить такие же хорошие люди, как и вы. Подписываться на наш канал. Да. Ну что, всем говорим пока-пока. Подписываться на наш канал. В гостях у Лисы Егора. Я вам даю все детки, ты молодцы. И ставьте палец вверх за самих себя. Да. И оставляйте комментарии, да? Да. Про что, Алиса? Про торт и про игрушки. Пока-пока.